Часто спрашивают, откуда мы знаем, как умножали в Древнем Египте. Ведь многое, что до нас дошло в таком состоянии, что либо не переводится, да, иероглифы вообще трудно расшифровывать. И тем не менее, версия, которую мы с вами посмотрим, это наиболее часто встречаемая версия у египтологов. Почему трудно ошибиться в расшифровке именно математических текстов? Потому что мы видим закономерности. Почему недостоверно? Тоже понятно. Насколько мне припоминается, где-то не более 5 папирусов в более-менее целостном виде, в которых содержится достаточно данных по математике. Это всем известный папирус Ринда в Британском музее в Лондоне. Это известный математический папирус, который хранится в музее Пушкина. Ну, собственно говоря, есть еще кожаный папирус, ну и не так их на самом деле много. Можно ли сделать вывод по 5 папирусам, по 5 обрывочкам? Наверное, нет. Мы можем вот в настоящее время, допустим, если нужно провести какой-нибудь анализ текста, как, например, часто встречается та или иная буква в русском языке, берут обычно 1000 символов. Вот точно 1000 папирусов у нас нет, чтобы их проанализировать. Вот если бы мы проанализировали 1000 папирусов, если бы у нас были носители языка, да, то, наверное, мы бы сказали определенно точно. Сейчас мы говорим, ну, конечно, с некой долей вероятности, что это так. Почему это так? Давайте смотреть. Первое, что нам пригодится, это как обозначали в Древнем Египте единичку. Записали. Единичка. Мы с вами сейчас удвоим эту единичку. Значит, поставим что? Вторую палочку. Две. Да. Две палочки. Удвоили. Замечательно. Давайте удвоим два. Удвоим два. Что будет? Пожалуйста, Стен. Что будет? Как напишу? Вы напишите две палочки. И подними две палочки. Хорошо. Удвоили. Получили 4. Хорошо. Следующее. Удвоим 4. Получим 8. Вот было 4, да? И я еще дорисую 4. 8. Опять же, как удваивать? Понятно, наверное, всем. Да? То, что было, повторяем 2 раза. То, что было, повторяем 2 раза. То, что было, повторяем 2 раза. Операция несложная. Вопрос. Как же нам записать 6? Да, пожалуйста. 6? Да. Шесть, да? Значит, можно взять 4 палочки, да? И еще 2 палочки. Вот так можно сделать. Можно еще. 3 палочки вверху, 3. 3 палочки вверху, 3 палочки внизу. 6? Тоже 6. Ну, вы знаете, я думаю, что можно 2 палочки, 2 палочки, и 3 палочки, 2 палочки, 1 палочка. Нет, так нельзя. Нельзя? Почему нельзя? Ну, разве не 6? Можно.
тоже 6. Вот еще раз возвращаемся. Поскольку у нас очень мало текстов, по которым, в которых именно написано, как писать, да, то нам на самом деле по тем немногим мы можем определить, что нам достаточно 6 палочек, что они будут убористо написаны. Но будут они написаны 3 под 3, или 4 и 2, или 3, 2, 1. Ну, правда, мы не можем по некоторым фактам судить об этом. Поэтому вот как раз здесь это приблизительно. Да? Это то, что мы видели. Мы видели, что можно написать так. Мы видели, что можно изобразить так. Но главное, что это в любом случае будет 6 палочек. Давайте продолжать. Итак, у нас 8, удвоим 8. Сколько получится? Только желательно уже в наших обозначениях. Да, пожалуйста. Да, 16. 16. Итак, запишем. Извините, подкова. Значит, мы 10 палочек, да, меняем на подкову. Итак, если мы 10 раз увеличим нашу единицу, то получится вот такой символ, напоминающий подкову. Десять. Десяточек. Соответственно, если мы 16 удвоим. 2 удвоим. Сколько получится? 2 удвоим 4. А если 2 увеличим в 10 раз? 20, то получится 2 подковы. 2 подковы. Так, кто-то просил 16, что удвоить 16? Ну давайте удвоим 16. Да, пожалуйста. Как в наших символах это будет? Да, пожалуйста. 3 подковы и 2 палочки. 3 подковы и 2 палочки. Обратите внимание на то, что подковы и палочки у нас соизмеримы. То есть не надо писать вот такую подкову, и рядом много-много-много по палочек. Да? Надо написать так, чтобы они были соизмеримы. Хорошо. Если мы опять увеличим и 10 подков разменяем, следующий символ – опять же, либо веревочка, да, вот, ну, клубочек такой. Еще раз, кто? Как вы его назвали еще? Веревочка, веревочка, ну можно, клубочек. Рулетка тоже можно. Кстати говоря, да, действительно, вот здесь очень похоже на греческую букву РО. Ро, да, тоже так же выглядит. Но от нее произошли, соответственно, все языки, которые основываются на греческом, и в частности на букву Р, да, вспомните, на нашу тоже весьма похоже. Но греческий это Ро. Да, похоже. Итак, 10 раз я увеличу, соответственно, 10 рулеток я поменяю на цветок лотоса. Опять же схематично о том, что именно этот цветок лотоса мы можем догадываться по росписи гробниц, саркофагов, тех же папирусов, поскольку чаще всего рисовали мотивы с использованием лотоса. Поэтому мы говорим, его можно изобразить так, его можно изобразить вот так. Да? Видите, два раза, две, соответственно, рулетки я тут. И увеличила два цветка. Да. Лотос это сколько? Еще раз, один. Увеличили. 10. Увеличили 10 в 10 раз, получили. 100 увеличили в 10 раз, получили. 1000. Ну теперь нам надо 1000 увеличивать 10 раз. Это будет изображаться
Да, вот так, мне говорят, вот случайно вы написали, нет, типа ногтя. Ноготь случайно не получается, вот типа ногтя, да? Палец воздетый вверх, всех пересчитаю. Вот всем, кому нужны продукты для строительства, камни для армии, солдаты, всех пересчитает. Тысяч, конечно, если это тысяча, это 10 тысяч. После него 100 тысяч. Лягушка. Лягушка. Опять же тут зависит от художественных возможностей. От художественных возможностей. Ну это опять кто медведь, кто собака, кто енот. Мне кажется, что лягушка, она и есть лягушка. Разумеется, мне кажется, что она и правда должна быть лягушкой, поскольку вы помните, что обеспеченность государства зависела от урожая, правильно? Обеспеченность каждой семьи. Соответственно, Нил разливается, куча ила. Ну, я думаю, что вот жаба, конечно, лягушка или жаба, она символизирует такое плодородие, да? Потом еще можно вспомнить следующий, очень своеобразный, но все-таки обычай местных жителей утолять жажду в пустыне, да, поскольку Египет все-таки это не только плодородные земли, которые рядом с Нилом, да, но также большие расстояния, это пустыня, а, соответственно, в пустыне у нас мало воды. Местные жители, которые идут по пустыне, воды ему не хватает, пить хочется. По только им известным признакам находят убежище жаб, да? Ну и, соответственно, раскапывают их и утоляют свою жажду. Поэтому можно сказать, жизненно важная такая персона – лягушка. После нее увеличили еще в 10 раз. Человечек. Вы знаете, сколько видела папирусов, столько по-разному, так по-разному он изображается. Давайте еще сейчас одну лягушку нарисую, а то тут пары нет видно у нее. Такая вот парочка. Пара. Парочка, да. Две, ну как тут, 20 тысяч. Итак, действительно человечек. Ну, человечка тоже изображают. Единственное, в чем сходятся все, что у него есть голова. Вот в этом сходятся все изображения. Дальше уже по возможности. Больше всего, поскольку всегда приходится просить у природы, то чаще всего этот человечек имеет воздетые к небу руки. Воздетые к небу руки. А вот с ногами в разных папирусах обстоит дело по-разному. Главное, я думаю, что все-таки это был бы человечек, да? Был бы миллиончик. А уж какие ноги к этому миллиончику подрисовать? Значит, ну вот такие вот это он стоит, этот миллиончик. Очень часто бывает, как говорится, вот как на коленках вот он сидит. Тоже с воздетыми руками. Некоторые рисуют, что он сидит в любимой, соответственно, такой позе лотоса. Восточной, да, позе лотоса. Но опять же, к сожалению, очень мало материала, чтобы остановиться на какой-то одной, да, иллюстрации. Безусловно, вы знаете, все зависит от художника. Я посмотрела энциклопедию, которая у нас есть статья, вот такая вот детская энциклопедия школьника. Здесь есть статья про Древний Египет, про нумерацию в Древнем Египте, и не только. Соответственно, практически все системы счислений, кроме китайской, которую мы и так проходили. Тут есть? Значит, здесь есть.
Так вот, там человечек нарисован в таких царских одеждах, в головном уборе, и что я даже повторить не берусь. Все эти украшения, царские одеяния такие, посох, там, корона, не берусь повторить. Кому интересно, может посмотреть, что будет. Отвечаю на ваш вопрос. Вот из солнца. Ну кто, да, кто солнце, кто колесо, тоже дело нужное. Полезно. Кто горизонт, это уже кто что увидит. Да, бывает. Главное, что некоторые видят знак бесконечности в этом. Итак. Как будет бесконечность? Вот же написала. Что ж вы так невнимательны? Если это миллион, то в 10 раз увеличить будет 10 миллионов. Больше знаков я не знаю. Это не значит, что не было, да? Может быть и было, но из всего, что сохранилось, нам, как говорится, известны только эти иероглифы. Вот мы с ними и будем работать. Замечательно. Итак, нам с вами нужно сегодня научиться умножать, как умножали древние египтяне. Итак, научимся с вами умножать, как умножали в Древнем Египте. Почему это интересно? Не просто вопрос общей культуры, поскольку очень многие задачи, которые мы с вами делаем, вы просто не задумываетесь о том, что алгоритмы все те же самые. Итак, чтобы научиться делать правильно, во-первых, надо рассчитать правильно место в своей тетради. Тетрадь ваша, записи мои. Поэтому мне нужно, чтобы, ну скажем так, сейчас визуально ваша тетрадь была разбита на 3 колонки. Потому что у нас будут 3 способа. Итак, способ первый. Как в папирусе Ринда записано умножение 12 на 12? Мы возьмем с вами число 12. То, что мы взяли число 12 один раз, отмечено вот этой единичкой. Она показывает, сколько раз мы взяли. Здесь показано число, какое мы берем. 12. Если бы нам надо было 12 умножить на 1, то наша задача была бы решена. Один раз по 12 будет 12. Маловато. Удваиваем. 2 раза по 12. Удваиваем. Единица. И другая единица. Получили 4. Здесь одна подковка. Удваиваем. 2 подковки. Ну, казалось бы, можно такой способ умножения, да, рассказывать всем без особых затруднений. Хорошо. Опять же, мы здесь умножили на 2. Получили 4 палочки, 2 подковки. Мало, мало докладываю. Умножаем дальше. Опять удваиваем. Если бы мы каждый раз прибавляли по 12, мы тоже когда-нибудь дошли бы до результата. Но это было бы очень медленно.
Поэтому мы делаем чуть шаги чуть больше, чем просто складываем 12 плюс 12 плюс 12 плюс 12 плюс 12. Итак, сколько раз? 12. 12 раз, да. Итак, удваиваем. 4 удваиваем. 8. 2 подковки было, 4 стало. Заветное число 12 достигнуто? Нет. Опять удваиваем. Было 4, стало 8. Рядом такой же символ. Было 8, удваиваем. Стало 16. Записали 16. Подождите, еще не все. У нас 4 подковки. Мы их записываем и повторяем этот же символ, удваиваем. Ну что, до рулетки мы еще не дослужились? Проверяем. Не дослужились. Чуть-чуть не дослужились. Здесь число 8. Заветное число 12 достигнуто? Нет. Удваиваем? Нет. Почему нет? А, получится 16, да? Итак, если 8 мы удвоим, то получится 16. То есть перебор. Перебор. Как же нам быть? Плюс 4. Как же нам быть? Так, пожалуйста, молодой человек. Ой, ну вот, понимаете, вы нам говорите, а идите-ка вы сначала. Нет. Давайте наоборот, давайте воспользуемся тем, что у нас есть. Пожалуйста. Пожалуйста, что? Плюс 4 что? Плюс 4 палочки. А к чему бы это? Маш, не бывает плюс 4. К чему прибавляем? К 8. К 8. Итак, мы берем, показываем галочкой. Показываем галочкой. Вот этой галочкой. Что мы берем? Вот этот ряд, где у нас 8. И мы берем там, где у нас 4. Действительно. 8 и 4, это будет 12. Записали. Тогда, чтобы получить результат умножения на 12, нам достаточно сложить вот эти числа. Давайте складывать. 8 и 2 меняем на дугу. И у нас остается еще 4 палочки. Поменяли. Считаем, сколько теперь? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 дуг, увидели? Не досчитала еще 3 дуги. Поэтому эти 10 я меняю на клубочек. И дописываю еще 3 дуги. Итак, у меня получилось 4 палочки, 4 дуги и 4. Ой, и один клубочек. Сколько бы это могло быть? 144. 144. Замечательно. Давайте отметим, что же мы сделали. Мы 12 умножили. И взяли ряды 8 и 4. 144. Замечательно. Хорошо. Можно ли было добраться до этой заветной цифры быстрее? Ну, наверное, можно. Давайте возьмем и сделаем это другим способом тоже. Распространенным. Итак, опять отмечаем 12. Взяли один раз. Второй способ, да. Нужно 12 записывать сразу два раза. Два раза мы уже записывали. А три раза? Три раза. Кто-то хочет по 4, кто-то по 5. Мы решим вопрос радикально. Мы в 10 раз увеличим, потому что уж больно удобно. Итак, смотрите, в 10 раз увеличиваем. Что получаем? 10
Была у нас подковка. В 10 раз увеличили, получили. Получили клубок. Одна палочка в 10 раз увеличили, получили. Две подковки. Одну подковку, а вторая это еще одна подковка. Увеличивать в 10 раз легко. Правильно? Хорошо. Ну что тогда получается? Тогда получается 10 и здесь 1, 11. Вот если бы нам нужно было умножать на 11, мы бы справились с задачей. А нам надо на 12. Что делаем? Умножаем вот эту первую строчку, да? Два раза увеличиваем. Хорошо. Два. Два увеличиваем будет. Четыре. Подковка одна, стала две. Теперь берем. А здесь плюс. И, конечно, складываем. Складывается наш хлеб. Берем две палочки и подковку. Соответствует им что? Рулетка. Четыре подковки. И четыре единички. Вот, собственно говоря, решили, как раз пишется 12 умножить на 12. Что мы сделали с вами? Мы 12 с вами сначала умножили, ну, могли удвоить на 2, а потом на 10 и сложили между собой. Получили 144. Ну а теперь, как учат в школе. Да, есть писемка про то, как учат в школе. Умножаем 12 умножить на 12. Мы, разумеется, сейчас записываем позиционной системой. И числа используем арабские. Но если вглядеться повнимательнее, то алгоритм одинаковый. Смотрим, что у нас показывает 2. Я 2 раза возьму 12. И у меня получится 24. Правильно? Да. Проверьте. 24, 2 раза по 12. Что показывает единичка? Да, пожалуйста. То, что мы 12, возьмем еще один раз. 10. Для нас это десятки. Значит, 10 мы увеличим в 10 раз. 120. 120, да? Но мы нолик обычно не пишем. Можем, но не пишем. А что дальше? Складываем. Складываем. Итак, 4 плюс 0. 4. 2 плюс 2. 4. Ну и один? Четыре. Один. Четыре. Как просто. Четыре. Да, ну хочется сказать четыре, но тем не менее, конечно, один. Увидели? Итак, согласны, что вот здесь тот же самый механизм применяется, что и у нас. Отсюда иногда говорят, что вот трудно почему-то столбить. Да не трудно столбить. По-моему, все вполне закономерно. Итак, давайте с вами теперь попробуем самостоятельно всеми тремя способами, да, ну, любое другое число. Давайте, например, 16. Чем интересно именно 16?
15 берем один раз. Ну, сначала упорно удваиваем, да? Удваиваем. Два раза по 16. Два раза по 6. Это будет как записано? Два раза по 6, да. Две палочки и одна дуга. Одна дуга повторяется два раза. Значит, дуга и еще раз дуга. До 16 не добрались. Опять удваиваем. Две палочки удваиваем будет. 4. Три дуги удваиваем будет. 6 дуг. Опять не добрались до 16. Еще раз удваиваем. Согласитесь, что два раза дублировать один и тот же символ гораздо приятнее, да, чем придумывать что-то другое. Видели 5 подков? Нет. Показываю. 1, 2, 3, 4, 5. Мне их надо удвоить. То есть их будет сколько? 10. Я их заменяю на клубочек. И у меня остается одна подковка. Удваиваю. Добрались мы до числа 16. Давайте посчитаем. 1 плюс 2. 3. 3 плюс 4. 7. 7 плюс 8. 15. Не добрались. Поэтому опять удваиваем. Перебор? 8 удваиваем. Будет? Меняем 5 символов, удваиваем на подковку. 3 символа удваиваем, получаем 6. И так получается 16. Что же будет? 2 раза веревочка, 2 символа. Две подковки удваиваем, 4. Но здесь опять придется отсчитывать. 1, 2, 3, 4, 5. Да, меняем на одну подковку. 5 удваивается и получается одна подковка. Остается 3. 3 удваивается, будет 6. Давайте посмотрим. Теперь мы выполнили нашу задачу? Да. Да. Вот наша 16 получилась. Увидели 16? Значит, 16 у нас получилось, это 2 раза по сотне, 4, 10, а нет, 5, пардон, 5 десятков и 6 единиц. Можно ли по-другому? Можно, мы знаем уже, можно. Давайте. Нет. Увеличивать сразу в 10 раз. А давайте делить. Делить тоже будем. Давайте сначала 16 доведем до конца. А именно все три способа рассмотрим. А потом и до деления недалеко. Умножаем на 10. Итак, 10 раз увеличиваем единичку, будет 10. Дуга. Дуга, увеличенная в 10 раз, будет веревочка. Каждая из 6 палочек, увеличенная в 10 раз, будет 2 палочки. Извините, 6 подковок. 6 подковок. Каждая палочка в 10 раз. Значит, всего 6 было палочек, стало 6. Поэтому я и говорю, что очень удобно увеличивать 10 раз. Но опять же это не 16. Что будем делать дальше? Удваиваем. Да. Что? Удваиваем 101.
Удваивать. Можно, конечно, удваивать. Только мы это уже делали. Поэтому тут товарищ предложил, говорит, давайте делить. 10 это в 2 раза больше, чем 5. Согласны? Да. Пишем 5. А что это означает? А это означает, что нам надо взять ровно половину от того числа, которое у нас на доске. У нас есть 6 подковок, значит, мне из них надо взять 3. У меня есть веревочка. 6 подковок. Но мне она не нужна. Мне надо в половину меньше. Значит, разменяла на сколько? На 10 и взяла 5. Теперь что мне нужно? Мне нужно сложить. Что с чем будем складывать? Берем 10, берем 1 и берем 5. Увидели? Итак, у нас насчитали подковка 5 и 1, это 6. Это 6. Значит, все, что у нас здесь слева, мы должны сложить. Давайте складывать. Палочек, кроме 6, кто-нибудь видит еще где? Нет? Нет палочек. Значит, 6 оставляем. Подковки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Увидели? Да. Я поменяю на рулетку. У меня остается ровно 5 подковок. И две рулетки. Да, еще одна была. Это главное не забыть, что у тебя было. Рулетка была. Результат может кому-то показаться странным, но точно такой же, как и с первым способом. Скажите, пожалуйста, из того, что мы с вами нашли, сколько будет 5 раз по 16, да? Кто-нибудь догадался, каким образом в древнем Египте делили? Итак, кто-нибудь может предложить алгоритм, как же делили, как обстояло с процессом деления? Ну, пожалуйста. Ну, может быть, вот они когда какое-то число записывали, они потом каждое ограничение уменьшали в 2 раза и записывали получившуюся результат. Так, еще есть предложение. Да, это же 2 раза. То есть, ты думала, что уменьшать? Проблема. Проблема уменьшать можно только в том случае, когда ты знаешь какой-то конечный результат. Предлагайте числа. Ну, пожалуйста, какие числа хотите? 36. На 6. 36 на 4. Хорошо, давайте 36. Значит, есть предложение разделить 36 на 6. Поскольку все знают результат, то всем будет приятно. 6. Значит, мы должны с вами посмотреть, что же у нас получится. Давайте смотреть. Итак, написали пример. А теперь действуем, как в древнем Египте. Безусловно, самая приятная операция – это удваивать, как сказали все выступающие, и складывать. Да? Значит, правило очень простое – удваивай и прибавляй до тех пор, пока не получится нужное число. В нашем случае что мы будем удваивать? Берем 6,
будем удваивать его и прибавлять. Значит, пока не получится нужное число, а именно 36. Удвоили. 4. Итак, давайте посмотрим. Вот у нас, собственно говоря, я даже могу в рамочку вот так обвести. Для тех, кто наверху сидит. У нас большая аудитория. Вот у нас на 12:35 часов. Но 12:30, правда, еще больше. Свободных мест вообще нет. Итак, большая аудитория. Что у нас с вами? Посмотрите, что мы видим. Мы получили здесь сумму 36. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот мы получили 3 десятка и 6 единиц. Вопрос, когда это выполняется? Когда в этом столбике раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну и как вы, наверное, догадываетесь, ответ на вопрос учителя в Древнем Египте была запись. 3. И 3 палочки будет 6. Гири массы 1 грамм, 2 грамма, 4 грамма, 8 грамм. Ну давайте... еще одну прибавлю, чтобы таскать было тяжело. 16 грамм. Вопрос. Можно ли с их помощью одного набора взвесить груз, ну и массой давайте 7 грамм, 11 грамм, 14 грамм, 19 грамм, 20 9 грамм, 32. 35 грамм. Ну и знак вопроса поставим, потому что надо же когда-то заканчивать. Вопрос. Можно ли? Сначала отвечаем у себя в тетрадках. Сначала отвечаем у себя в тетрадках. Я уже все уместились. По одному разу, да. Один набор. Вот есть там гирьки. 1, 2, 4, 8, 16. Других нет. Можно ли? Ну, а если можно, то как? Да? Да, пожалуйста. 7 можно. Хорошо, как? 7 можно. Нужно взять 4 килограмма, 2 килограмма и 1 килограмм. Да. 8 не надо брать, да? Не надо. Итак, 4 самая большая гиря. А у нас какие весы? Если у нас чашечные, то... Чашечные. Тогда можно не брать. Можно, но не нужно. 2 и 1. Я согласна. Дальше, пожалуйста, Люди. Тихо. 10 грамм тоже можно. 8 грамм.
2 и 11. 8, 2 и 1. Это правда. Дальше, пожалуйста. Это 8 грамм. Так. 4 и 2. И 2. 1 не надо брать? Нет. Хорошо. 19. Ну, пожалуйста. 16, 2 и 1. Да, еще, пожалуйста. 29 можно. 29 как? 16, 4, 8 и 1. 16, 8. Какую еще положили? 4 и 1. 4 и 1. Хорошо, ваше. 32. Да. Можно совместить. Пожалуйста, как? 16 грамм. Да. 12 грамм. Не 16 грамм. Вот, молодой человек, мы возвращаемся к условию. С помощью одного набора. В один набор. 8 грамм. 4 грамм. Вы в уме пересчитываете? Поэтому всегда совет сначала сделайте в тетради. Да, пожалуйста, малыш. Девушка. Нельзя. Нельзя, да. Получше. А почему нельзя? Потому что не хватит веса. А почему не хватит? 16, 28. Потому что 31. Значит, все записали. Значит, нам надо не просто написать, можно или нельзя, да или нет, а надо обосновывать, да? Пишем, значит, наибольший вес. Наибольший груз, который может быть взвешен. Наибольший груз, который может быть взвешен. И считаем 16 плюс 8 плюс 4 плюс 2 плюс 1. И кто посчитал, тот, да, пожалуйста, 31. Значит, 32 больше, чем 31. Следовательно, нельзя взвесить. 35. Итак, наибольший груз 31. 35 больше, чем 31. Следовательно, нельзя этим набором взвесить. Вопрос. Скажите, пожалуйста, чем же похоже умножение, которое мы посмотрели, как умножают в Древнем Египте, и вот эта задача на взвешивание. Сложилось ли у вас впечатление, что это похожие задачи? Пожалуйста. Вот мы когда по-египетски умножаем, мы там как-то подбираем, какую нам строчку нужно взять, чтобы получить нам нужный результат. И здесь мы тоже подбираем нужные кили, чтобы получить все нужное количество килограммов. Да, еще, пожалуйста. Я думаю, что похоже, потому что здесь мы те же самые. А именно, какие те же самые? Удвоение идет, да? Итак, да, я с вами согласна. Это посмотрим еще раз внимательно, уже все вместе. Первое, в наборе действительно идет удвоение. 1, 2, 4. Вы считаете вместе с нами? Сейчас пропустите. 4, 8. 16. Угадайте, какая гиря была бы следующей? 32. Безусловно, 32. А дальше 64. Да. Мы первое удваиваем. Второе. Мы подбираем, как правильно сказано, из данного ряда, да, гири, мы подбираем те слагаемые, которые нам нужны для того, чтобы составить сумму. Замечательно. Следующая задачка, которая требует, первое, воспитанности. Это первое.
Я бы даже сказала не просто воспитанность, интеллигентность. И второе, что она требует, наблюдательности. Можете записывать, зарисовывать, считать. Главное, чтобы угадали закономерность. Определенной не только ловкости рук, но и интеллигентности. Нет, я говорю интеллигентность, значит нет. Не говорите. Вот сами маленькие были, на вопрос, сколько лет, вот так показывали. Итак. Дошкольники, которые посещают кружки юных мыслителей, учатся в самых лучших музыкальных школах. Поверьте, если это один раз сделаешь и несколько раз повторишь, то любой музыкальный инструмент, а повторять это надо долго. Итак, ну, кто же расшифровал, что же сообщалось? Так, ну давай попробуем. Тихо. У кого нет своего мнения, должны сейчас сидеть и слушать мнение других. Пожалуйста. Я показывала цифры. Ну, может быть, они цифры, только тогда требуется уточнить, а какие цифры? Подождите. До пяти. Не слышу. Какие цифры ты считаешь? Что? До пяти? Это я тут так долго стояла, разминалась, чтобы показать пять. Что-то как-то не склеивается. Дальше. Так, Олеся, за тобой. Извини, пожалуйста. Версия есть? Нет. Хорошо, пожалуйста, вас. Наверное, 10. Что я показывала? 10? Цифры, 10. Я показала 10 цифр. Молодой человек, вы включились в счет? Сейчас еще раз, специально для вас. Это было 10 знаков. Считайте, считайте. Тут я, можно сказать, сейчас... Так, это было так, так, так. Где же вы там уже 40 вы надо было считать? Какие 36? Вы где-то ускорились. Итак, ну, согласитесь, что больше 10, больше 10. Так, ваша версия. Степени двойки. О, какие слова, степени двойки. А что такое степени двойки? Степени двойки — это все время умножали на 2, единичку, 2. А, так это вот то, что мы с вами удваивали, да? Это были степени двойки, оказывается. Один мы делали, да? Удваивали один. Два удваивали. 4 удваивали, 8 удваивали, 6 удваивали, 32. Есть версия, что это египтяне считали степени двойки. Записать не могли. Да, поэтому все удваивали. Итак, хорошо. 2.
первой степени я с вами соглашусь. 4. 2 умножить на 2. 2 умножить на 2. 20. Ну, я думаю, не секрет ни для кого. Можно показать степени двойки? Конечно. Степенью называется число, в основании которого стоит, ну, в данном случае, поскольку мы степени 2 считаем, само число 2, а показатель показывает, сколько раз мы берем это число. В данном случае 2 в квадрате, 2 в кубе, 2 в четвертой степени, 2 в пятой степени. Осталось решить вопрос. А вот эти двойки, это как? Здесь какая степень у двойки? Неправда. Первая. Вот это первая степень. А что же тогда единичка здесь? Нулевая. 2 в нулевой степени будет единичка. Хорошо. Давайте посмотрим. Если я показывала степени двойки, то у меня должно было быть 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я показала больше 10, поэтому не просто я показывала степени двойки. Давайте попробуем обозначить мои 5 пальчиков. Руки рисовать умеете? Взяли? Обвели. А я хочу большую руку или маленькую? Свою. Свою руку. Свою. Наш не тратить. Версия 32, да? Вы помните, у нас здесь была запись? Сколько я должна буду взять пальчиков? Если на моем пальчике будет написано 1, на другом 2, 3, 4, 8, 16. Считайте, какое число я могла показать? Стояла с раскрытой пятерней. Это какое число? 5. Нет, не 5, больше. А вот я хочу пальцем. Нет. 31. Пожалуйста. 16. 16, больше. 31. Сколько там? 31. Конечно, сложите. Вот мы же складывали, причем только что. 31 максимум. Чтобы мне 32 показать, это же мне надо две руки задействовать. Итак, ну скажите, пожалуйста, так, наш первый пальчик у меня открыт. Второй, третий у меня закрыт. И мизинчик оттопырен. Какое это число? 17. Сколько? 17. Не услышала. 18. Что-то у меня левая половина кричит 17, это 18. Сколько конкретно? Тихо. Сколько? 17. 17. Почему 17? Потому что 1 пальчик. 16 плюс 1. 17. 17, конечно, 17. Разумеется, мы не будем сейчас рисовать пальцы рук. Хотя полезно. А я нарисовала. Нарисовал? Молодец. Итак, что здесь нарисовано? Какое число? Ну, если отвлечься от сериала, да, какое? 7. 1, 2, 4. 7.
2, 1. Итак, смотрите. Пальчики, это хорошо. На самом деле так разговаривают не только те, кто разговаривает с помощью пальчиков. Точно так же разговаривают и вычислительные машины. Потому что я показала не что иное, как код, который используется в машинах. А именно, либо у нас пальчик прижат, и тогда это будет 0, да? Либо он показывается. Оттопырен, да, вот это пожалуйста. Итак, тогда это будет единичка. Давайте посмотрим, как же у нас записано. 1, 1, 1. И в двоичной системе, разумеется, это будет число 7. Пишем. Это будет число 7. Итак, все, что мы с вами делаем, слушай внимательно, последний вираж, а дальше привычный кроссворд. О, да! Итак, последний вираж с двоичной системой. Все-таки давайте посмотрим. Расчерчим табличку. Итак, значит, здесь у нас разряд единиц. Здесь мы удваиваем, это 2, 4, 8, 16. Давайте представим число, например, 0. 0 представим? Как представится число 0? Да, вот я тут чувствую это... Не только знак солидарности, да? Что я с вами. Хорошо, я тоже. Итак, разумеется, все разряды занулили, все пальчики закрыли. В двоичной системе, как и в десятичной, и в любой другой, ноль он и есть ноль. Это правда. Единичка как запишется? Пожалуйста. Один палец нам нужен, единичка. Отметили, поставили один. В двоичной системе единичка, точно так же, как и в десятичной, и в любой другой, единичка. Двойка. Смотрите, как мы запишем. Внимательно. Как в известном детской шутке. Да? Сколько надо действий, чтобы посадить слона в холодильник? Все думают, что 2. Открыл холодильник, посадил слона и закрыл. А на самом деле, открыл холодильник, вытащил жирафа, посадил слона, закрыл холодильник. А потому что жираф сидит. Вытащил жирафа. Посадил слона. Некоторые шутки бывают для некоторых недоступны. Итак, значит, 1, 0. Именно так изображается число в 2. Не поверите, как посадить в холодильник бегемота? Да. Не надо вытаскивать слона. Уже место жирафа свободно. Поэтому спокойно можно сажать. Открыли холодильник. Посадили на место жирафа бегемота. И закрыли холодильник. И поверите, как записать 4? Да. Открыли. Всех
вытаскиваем. Тут уже чувствуется крупный зверь пошел. Там где было, закрыли. Посадили. Хорошо. Смотрите, как интересно. Да. Скажите, пожалуйста. Ну все уже. Похоже ли это на нашу задачу со взвешиванием? Гири те же самые. Чтобы нам записать 5, мне надо взять гирю 4 грамма. В 2 грамма мне не нужна, я поставлю 0. И мне нужна гирька 1 грамм. Именно так запишется 5 в двоичной системе. 1, 0, 1. Так запишется 5 в двоичной системе. Так что все любители компьютеров, игр и прочее могут общаться со своей машиной. Пришел, чтобы записать 6. Посмотрел. А тут занято. Да? Мне надо закрыть комнату. 1-1. Открыть следующую. И один еще. И еще открыть. Итак, потише. Итак, 7. Что берем? Да. Что берем? Да. Всех берем. Хорошо. Итак, 1-1-1. Это будет 7 в двоичной системе. Да. Все, иди. Увидели? Увидели?